Украине живут люди 130 национальностей. Наш язык общения русский. И та поспешность, с которой Верховная Рада отменяет законы, нам не нравится. Я об этом обратился к депутатам Верховной Рады, особенно к нашим депутатам. Отмените закон, верните наши права. Вчера, общаясь с четырьмя министрами иностранных дел Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, я заявил твердую позицию Донбасса по русскому языку. К сожалению, сегодня Украину раскачивают провокаторы всех мастей, проплачивают со всех сторон, хотят привести к хаосу и войне. Победителей не будет. И далее скажу о нашей святой вере. Наша вера — православная вера у большинства жителей Донбасса. И мы верим в то, что мы будем молиться, креститься в наших храмах. И если у нас большинство храмов Московского патриархата, мы не позволим наши храмы закрывать или преследовать. Каждый выбирает свой путь. Теперь дальше скажу о наших исторических ценностях. Наша история – это история героизма народа. Советская страна победила в Великой Отечественной. И мы не предадим память героям Великой Отечественной, наших ветеранов. Я это сделать не могу. Один дед погиб у меня под Изюмом в неудачном выступлении. Второй прошел войну, прошел в штрафбате, искупил кровью. И слава Богу, дожил до 85 лет. И многому меня научил. Мой слепой дядя, танкист, он рассказывал мне, каким образом его выводили из госпиталя в Западной Украине, когда бандеровцы достреливали советских солдат. Поэтому наши герои — это наше святое все. И мы будем стоять за правду, за историческую правду, и не позволим попрать ее грязными ногами. Уважаемые земляки, не дадим раскачать Донбасс. Никого не допустим сюда. Наши ценности – это наш язык, наша культура, наша самобытность, семья и дружба. Да здравствует Донбасс! Спасибо, родные, за поддержку! Просит слово для короткого выступления Валерий Бранчиков.